Привет, привет! Смотрите, что у меня в руках. У меня в руках новая коллекция. Сейчас у нас будет с вами распаковка новогодней коллекции. Да, почему так рано? Но вот в этом году у нас вот так вот рано выходит коллекция Новый год. Сейчас я вам ее покажу. Так, я одеваю перчатку, потому что я вчера сломала средний палец, когда ныряла в бассейн со всей дури, выбегая из своей баньки. Короче, сейчас среднего пальца нет. Смотрите, как отличается. Я не буду показывать там ужас, потому что я там до мяса выломала просто. У меня был вчера очень веселый вечер в баньке. Так, ну что, коллекция. Уже Новый год, рановато, но тем не менее. Смотрите, какая она красивая. Даже упаковка. Tide of Life. Сейчас мы сделаем выкраску, приклеим наклеечки, потому что эту коллекцию прям нужно выкрашивать, потому что она какие-то полупрозрачные с шиммером, какие-то со светоотражайкой. И здесь точно нужно показывать прям на прозрачных ложках, выкрашивать. Единственное, конечно, как всегда, Инстаграм сожмет качество. Поэтому я рекомендую приехать в магазин, живьем посмотреть эту коллекцию и обязательно прям открыть бутылечки и посмотреть, что внутри. Так. Напоминаю, что у нас входят наклейки обязательно в набор, поэтому в основном все стараются покупать наборами, потому что здесь наклейки цветные, они универсальные, потому что в магазине можно купить наклейки, но они универсальные, да, они не вот так цветом подобранные. Вот, плюс всегда красивая коробочка привлекает очень много внимания, когда она стоит у вас как подставка. Еще если рядом выкраска новая. Итак, поехали. Начнем с первого оттенка 461. Новогодние коллекции лучше выпускать чуть пораньше, с запасом. В этот раз у нас, кстати, очень нежная коллекция. Мы давно таких коллекций не делали новогодних. В основном у нас всегда упор на такие чистые классические цвета, яркие. Вот. Но в этот раз решили прям нежнятину сделать. Итак, первый оттенок номер 461. Такой грязно-бирюзовый, такой очень припыленный. Пусть хорошо не грязный, а припыленный. И самое главное, что он светоотражающий, пастельный. Это самая интересная вещь. Смотрите, как красиво. В основном светоотражающие цвета делают таких вот, ну, классических оттенков, да? А здесь мы вам предлагаем светоотражающий цвет сделать вот такого пастельного цвета. Это очень необычно смотрится. И реально прям вот для зимы такая нежная, прям нежная текстура. Мы делали с этими гель-лаками дизайны, но вот по мне так классно вообще даже без ничего. В общем, коллекция настолько самодостаточная, что классно сделать просто однотон и больше ничего не делать. Понятно, что мы сегодня дизайн сделаем, как без него. Так, ну это я в один слой нанесла, можно сейчас второй слой нанести. Так, сейчас нужно кого-нибудь позвать, чтобы мне фонариком посветили. Саш, посвети мне фонариком на гель-лаке. Так, сушим. Сейчас мы пока выкрасим, а в этой коллекции три светоотражающих. Ну, сейчас я буду выкрашивать. Еще знаешь, что выкраски нет у этой коллекции. Так, номер 460. Тоже он светоотражающий, тоже пастельный. Еще раз напомню, сегодня у нас распаковка новогодней коллекции. Как всегда, лучше покупать набором, потому что в наборе идет красивая коробочка, которая превращается в классную подставку для вашего стола. Это такой, знаете, маркетинг. Клиенты всегда, сколько бы ты ни покупал всего нового, им всегда мало. Они всегда спрашивают, а что нового?
А что новое? Когда у вас гель-лаки стоят не просто на столе или там выкраска, а когда она стоит красиво упакованная в коробочке, это привлекает взгляд клиента и захочется попробовать. Так, тоже светоотражающий. Сушим. Вот так выглядит под матовым и под глянцевым топом. Кстати, смотрите, как классно смотрится под матовым топом. Тоже офигенно. Посвети сейчас фонарик, да. Выключить надо, да? А даже если не выключать, он будет все равно эффект виден. Угу. Давай выключу. Может, этот тоже свет? Короче, вы поняли, три светоотражающих оттенка. Номер 461, номер 460 и номер 459. Причем под матовым топом это получается такой красивый эффект камня. Когда я уже куплю специальный фонарик, чтобы светить эти светоотражающие гель-лаки? Ладно, все равно красиво. Так, и третий оттенок. Так, ну понятно, что нужно два слоя. Сейчас я нанесу второй слой. Как красиво, блин. Вот самодостаточные цвета, даже дизайн не хочется делать на них. Очень вкусненькие. Еще раз показываю коробочку. Смотрите, коробочка. Tide of Life. Так, и третий оттенок. Он такой больше серенький оттенок, но тоже пастельный. Такой очень красивый серый. Тоже молочный. Очень хорошо выравнивается, очень хорошо ложится. О, я наклейку не приклеила. Так, сейчас наклеечку приклею. Наклейки вот такие цветные идут только в наборах. В магазине наклейки Эми продаются, но они рассчитаны просто на любой номер. Вы просто подписываетесь. Логотип стоит, но они как безымянные идут. Универсальные наклейки. Вот, а здесь конкретно прямо под коллекцию. Если взять еще сделать два слоя ложечек, это сразу продает коллекцию цвет, и клиентам сразу хочется. Так, еще раз, вот они. Три оттенка светоотражающих. Светоотражающих. И теперь три оттенка тоже таких ледяных, шиммерных. С легкими оттенками пигмента. Это вот такая классика. Несколько вариантов, смешанных в одной композиции, пигментов и шиммера. Красивый такой белый перламутровый оттенок. Прям давно хотелось сделать зимой именно такой оттенок. Сейчас чуть поближе покажу. Так. Это у нас номер 458. Сейчас мы второй слой нанесем. Блин, как в перчатках неудобно. Я там так ноготь сломала. Такое в камеру нельзя показывать.
Да, иногда небольшой недостаток огромной длины, как у меня, ногти. Если вы ломаете ногти, то вы их ломаете конкретно. Вот хорошая композиция. Здесь композиция из трех пигментов. Здесь в композиции используются три пигмента. Это номер 458. Получается не просто белый перламутровый, а с очень красивыми отливами. Белый перламутровый. Вот. Здесь и такой, как знаете, хвост русалки переливается, и зелененький, и розовый переливается. Красивый оттенок номер 458. Видите, какая нежная. Скажите, неожиданно. Все предыдущие годы выпускали всегда яркие. Золото, серебро, синий, красный, там фиолетовый обязательно. Вот в этот раз у нас нежнятина. Так. Нежный перламутровый розовый оттенок. Тоже он такой вот прям ледяной. Очень хорошо будет в контексте зимы. Особенно, когда снег сейчас пойдет. У вас как там, снег скоро будет? У нас, по-моему, не скоро. У нас опять потепление начинается. Так, номер 457. Спасибо, Данил. Данил пишет, какие крутые оттенки. Я ушел работать на себя и уже полностью ушел на вашу продукцию. Благодарю тебя. Так, и красивый... Ой, что-то у меня тут... Прям такой классический розовый перламутровый. Вот нам в ассортименте таких оттенков давно не хватало, и решили как раз через Новый год дополнить ассортимент. Эти цвета, скорее всего, останутся в базовом ассортименте, потому что я вам говорила, из-за СВО очень много изменений сейчас произошло за последние 2 года, и там пришлось пересматривать полностью весь ассортимент продукции. Из-за этого произошла смена цветных гель-лаков ассортимента очень сильно. Мы сейчас наращиваем новый объем базовых цветов. И в основном сейчас все коллекции, какие выпускаются, они выпускаются не просто разово, а с условием, что эти все оттенки будут еще пользоваться долго у вас популярностью. Вот, поэтому зимняя коллекция, она не исключение. Все оттенки мы тоже оставим в базовом ассортименте, потому что они базовые все. Даже вот эти светоотражающие, благодаря своей такой вот припыленности. Вот, и очень красивый вот такой вот перламутровый голубой. Ну, он тоже средней плотности, как и предыдущие два. Понятно, по-любому нужно минимум 2 слоя наносить. Здесь тоже красивая композиция из 3 блесток. Здесь и голубой перламутр, есть даже глиттер внутри, и полупрозрачный перламутр. 3 оттенка. Вот, вы знаете, что я очень люблю мешать сложной композиции из пигмента и глиттера. Вот, очень красивый прям. Все, сушим. Ну, это, наверное, пожалуй, самый яркий в этой коллекции, но все равно он очень хорошо сюда вписывается. Давайте еще раз посмотрим всю коллекцию. Вот она, коллекция. Под матовым топом хорошо делать выкраску, потому что матовый топ клиента все равно очень сильно популярен. Блин, вот это вот прям вот офигенно. Камень такой получается. Искусственный камень. Кайф. А, так, гель-лаки новогодние, сейчас скажу. Юль, а скажи мне, отгрузили дистрибьюторам новую коллекцию? Так, давайте сейчас мы вот так красивенько подставочку еще раз поставим. Сейчас я узнаю вам точно. Девочки, узнайте число, когда коллекция на Эмишоп появится? Или она уже появилась? На Эмишоп. Эта коллекция, она с 24-го. С 24-го, да? Со следующей недели она будет в продаже. Сейчас уже можно оставлять предзаказы, особенно дистрибьюторам, кто закупается через сайт, через amyshop.ru, можно просто периодически сейчас заглядывать туда.
Вот такой вот набор, который легко превращается в поставку. Сейчас можно сделать несколько вариантов дизайна. Вот. Понятно, что сразу хочется поработать стемпингом. У нас пластина, она одноразовая, выпускается всегда перед Новым годом одна. Вот. Здесь также присутствуют отдельные элементы и паттерны. Сейчас я вам ее покажу. Она уже есть на Emishop. Сейчас вот как раз мы с ней поработаем. Так, ну, конечно же, что? Я сейчас сразу беру светоотражайки. Я не могу, они мне больше всех нравятся. Поэтому буду сейчас работать ими. Так. Я в понедельник делаю себе новый маникюр. Я уже придумала. У нас выходят две новые декорации. Осень-зима. Там очень красивые разводы мраморные с такими кусками золота. Короче, у меня будет, как всегда, дорого-богато. Маникюр следующий. А цвет, кстати, буду делать вот этот. Я этим цветом еще не работала. Это бронз из коллекции Hunt Club. Следующий маникюр у меня будет вот с этим номером. 429. Смотрите, какой красивый. А, типсы нет. Пока типсы демонстрационные маленькие. Пока нет. Так. Как мы сейчас с вами поступим? Как бы сделать? Угу, так и сделаем. Берем шармиконы из новой коллекции. Есть отверстия, которые просто золото, да, имеют такую неоднородную толщину по всему периметру. А есть вот такие прям цепочки, тоже в виде отверстий. Снимать нужно очень аккуратно, потому что шармиконы сами по себе очень нежные, мягкие. То есть, чтобы наклейка ложилась без складок, а она огромную поверхность занимает, сделали ее внутри, видите, полой. Внутри дырка, отверстие. Поэтому снимайте вот так вот шаговыми движениями. Сразу не приклеивайте, наживите ее. Сейчас так вот нежненько тынь. Все сделали, а потом только... Вот, прижимаете. Так, ну давайте возьмем красивый такой вот бирюзовый 461 оттенок. И по кругу сделаем наполнение. Так как много блесток и это средняя плотность, я так делаю, знаете, даже с таким большим, небольшим наливанием, потому что я знаю, что это все хорошо выровняется и просохнет. Конечно, не работаю как базой. Ой, ушла из камеры. Так, сушим. Так, и что же сделать? Сейчас я подумаю. Снежинки надо отпечатать, точно.
Так, ну перед тем, как делать стемпинг, я сейчас нанесу Т-класс. Т-класс. Так, все услышали, что коллекция будет в продаже с 24 числа. Сушим. Берем белый гель-лак. Лак для стемпинга. Так, мы сейчас сделаем паттерн сначала, а игрушки потом. Игрушку можно будет цветную сделать. Единственное, что сейчас, видите, у меня декораций новогодних нету, да, под рукой. Сейчас бы декорации новогодние. Вот. Но они будут уже ближе к Новому году. Сейчас просто только коллекция вышла. И пластина. Все сделали. Хотела вытереть в центре. Короче, берете ушную палочку, жидкость для снятия лака, и в центре чистим там, где у нас цепочечка. А декорации, кстати, будут очень смешные, необычные, новогодние в этот раз сделали. Так, сделали вот так. Короче, цепочечку просто нам нужно показать. Где она у нас тут? Кто-то скажет, что гемор, а на самом деле не гемор. Это очень быстро чистится. Все. Можно даже не везде трогать снежинки. Да, вот здесь вот она прикольно. Это снежинка сбоку. Все. И теперь можно сделать что-нибудь в центр, например, текст, да? Merry Christmas или какому-нибудь Let It Show, да? Да, будет хорошо. Цвет можно взять, может быть, голубенький возьмем. Ну да, будет нежнее. Возможно, черненький был бы лучше, более контрастный. Ну, так тоже хорошо. Все, и перекрываем глянцевым топом. Например, ультрашайн. Так, что теперь второе сделать? Второй цвет, давайте вот этот вот яркий синий возьмем.
октябрь, а уже контент новогодний. Ну, коллекция просто новогодняя, понятно, что я взяла пластину. А так это абсолютно самодостаточная коллекция, может быть, и без дизайна, и не обязательно в контексте Нового года, да? Так, что теперь сделать? Что бы придумать? Может, не новогоднюю сделать, пусть будет с листиками. Да, сейчас мы просто однотонное покроем. Мне просто два слоя не кайф наносить. Конечно, его два слоя надо, потому что этот цвет, он средней плотности. Так, сушим. Сушим. Сейчас мы что-нибудь еще сюда приделаем. Давайте вот эту пластину возьмем, точно. Тоже беленький берем. Перед этим наносим теклос. Либо просто пересушиваем цвет, либо просто обезжириваете цветной гель-лак и делаете стемпинг. Сушим. Еще раз напомню, в самом начале эфира у нас была распаковка новой коллекции, которая называется Tide of Life. Это новогодняя коллекция. Она очень нежная. В отличие от предыдущих лет коллекции, у нас были такие очень яркие, насыщенные прям. Merry Christmas я называю сочетание цветов. То в этот раз у нас прям такая нежнятина. Очень красивая нежнятина. Три из этих оттенка со светоотражающим эффектом, хотя... Сама база, основа цвета – пастель. Такое, я думаю, что вы не встречали еще, чтобы светоотражающий был, но при этом пастельный. И три средней плотности, хотя не все средней плотности, потому что они все направлены на перламутр, на пигмент. На пигмент. Блин, дайте мне лак новый белый. У меня тут уже вообще лака нету. Чё я тут мучаюсь просто так? По центру делаю вот такое отверстие. Для стемпинга или обычный? Нет, для стемпинга. Так, длина типса большая. Обычно, если вот так вот по торцу не хватает, я вот так раз и допечатала. И здесь тоже так тын. И допечатала. Так, и теперь можно спокойненько присобачить листик. Так, это тоже коллекция Шармиконов. Новая осень. Зима. Это все есть в продаже на Эмишоп. Так. Раз уж сейчас осень, поэтому мы сделаем цвета из новогодней коллекции. А декорации прям зимние. Все. Вот такой вариант.
И перекрываем финишем. Суши. Так, надо что-нибудь еще нежненькое сделать с разводиками. Так, это первый вариант. Это у нас второй вариант. И сейчас мы сделаем с какими-нибудь мраморными разводами, как раз вот с этими прозрачными цветами. Я вот еще не делала, но мы сейчас с вами сделаем. Здесь, кстати, вот у меня есть образец, смотрите, это тоже новогодняя коллекция вверх со стемпингом. Видите, стемпинг хорошо белый и черный. Сюда. Так, ну давайте возьмем основной цвет, вот такой перламутровый, полупрозрачный, 458. 450 возьмем, 456, и тогда просто белый гель-лак. А, у меня белого гель-лака нету! А, все увидела, спасибо, спасибо большое! Так. Ну, беленький гель-лак, чтобы он хорошо растекался. И, наверное, синенький тоже. Мы сейчас все смешаем с топ-слайдером. И здесь топ-слайдер. Слушайте, посмотрела тут дораму корейскую про любовь. У меня теперь песня из башки не выходит из этих дорам. А кто меня подсадил? Дочка моя подсадила. 15-летняя дорамки смотреть. Так, намешали. Намешали. А дайте мне нормальную кисточку веерную. Пожалуйста, пожалуйста. Так, теперь основной цвет. Веерную, ой, господи, для градиента. Так. Вообще этот цвет нужно наносить на прозрачный типс, чтобы была видна прозрачность и красота цвета. Ногти классно делать прозрачные, стеклянные. Грация мили. Сейчас мы сделаем такую основу. Прям нам чуть-чуть надо. Думаю, достаточно будет. Сори, суши. И тоже теперь что-нибудь сейчас мы и отпечатаем, и приклеим. Класс, чтобы стемпинг добавить. Пластина, которая работает, это тоже коллекция осень-зима. У нас есть она абстрактная, а есть вот такой вариант флоры. Нам нужен кусочек только, не весь ноготь. Вот так достаточно будет.
Так, посушим. И теперь можно что-нибудь из шармикончиков добавить. Ну, те же цепочки будет. Классно. Блин, шармиконов очень много хороших. Прям мне в этот раз нравится все. И этого очень много. Видите, и даже для брендового маникюра две штуки выпустили шармикончиков. И вот такие абстракции очень кайфовые. Вот эти отверстия, это вообще отдельная тема. Моя любовь. Слушайте, у нас еще вот такой слайдер вышел классный, новый. Я забыла. Сюда бы он тоже подошел, кстати. Вот мы его сейчас сюда и приклеим. Хотя, наверное, это лишнее будет. Слушай, вот этот слайдер вышел. Блин, представь, я забыла. Надо было им тоже поработать сегодня. Это же самый мой долгожданный. Я его так ждала. Так, помним про отверстия. Снимаем очень нежно. Потому что внутри пола нету ничего. Так, можно перекрыть матовым топом, а цепочку... Мне нужен джемтиклер! Перекрываем матовым топом, а цепочечку делаем. Ты мне оставила ее сегодня, да? По-моему, я ее забирала, когда образцы делала сегодня. Сейчас. Сейчас проверю. Грация Милли. Так. Ну, конечно, матовый цвет съел все блестки. Ну, так как я использовала цепочку, ее можно сейчас вот так сделать объемной. Получается очень прикольно. Короче, вот эти цепочки и дырки, это у меня любимая тема, поэтому она у меня теперь везде. Везде я это добавляю. Так, сушим. Так, ну, я думаю, что уже очень долго идет эфир, 40 минут-то более чем достаточно. Смотрите, какой классный слайдер. Очень необычный. Это у нас номер цветочные портреты. Номер 115. И теперь смотрим, какие варианты мы сегодня попробовали с новой коллекцией. Ну, часть я, видите, сделала зимних, часть сделала осенних. Всем большое спасибо за внимание. Еще раз, коллекция будет в продаже с 24 числа. Уже есть у дистрибьюторов, я так думаю, у многих. До кого-то уже она доехала. Вот. Ну, официальный старт со следующей недели. Всем пока-пока.